Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре электровелосипед от Green Camel Min Max. Саша, не катайся по квартире, ты сам пол будешь мыть потом. Я тут всего лишь метр проехал для эффектности. Вот ты его и помоешь. А теперь давайте рассмотрим этот аппарат поближе и, конечно же, по динамичную музыку, прям как в рекламе. Погнали! Оператор, ты что снимаешь? У нас обзор на электровелосипед, а не на стиральную машинку. Мне заплатили, я пришел. Сразу уточняйте, что нужно снимать. Ладно, с тобой все понятно. До свидания, я лучше сам все сниму. Ой, блин, походу последнюю камеру разбил. Ай, повезло, все-таки целое. Ну как вам его внешний вид? Мне, честно говоря, понравился. Плюс я еще и люблю черный цвет. А сейчас, внимание, самый короткий обзор за всю историю YouTube. Всего лишь 10 секунд он будет длиться. Погнали. Привод тут приходится на заднее колесо и движок мощностью 250 Вт. Тут установлен литий-ионный аккумулятор вольтажом 36 и 10 ампер часов. Диаметр колес здесь 27,5 дюймов. Лаконично интегрирована батарея прямо в раму. Мне это нравится. Вот такой вот получился быстрый обзор. Все, всем пока. Подписывайся на канал, не забудь поставить лайк. Да шучу, конечно шучу. Я даже на этом велике еще ни разу не катался. Просто, как вы можете видеть, на улице уже глубокая ночь. Поэтому на сегодня я пошел спать. Не переживайте, для вас пролетит всего лишь секунда, вы даже не заметите. Ну а пока, как говорится, спокойной ночи. Хотя, стоп, чуть не забыл. Спокойной ночи, друзья. Сейчас поедем проверим тебя. Прекрасное начало дня. Мне только что позвонил друг и сказал, что купил себе какую-то прикольную, интересную тачку. Поэтому первое, что я сделаю, это, конечно, отправлюсь ее посмотреть. И да, я нахожусь в Москве и мог бы поехать, по идее, на метро. Но, блин, сегодня суббота, и там просто дикий движ. Дофига людей. А хочется хотя бы в субботу немножечко от них отдохнуть. Именно поэтому я поеду на электровелосипеде, заодно и испытаю его. Итак, я буквально как пару минут назад отъехал от дома и хочу сразу поделиться своим первым впечатлением. Очень часто на электровелосипедах используется именно либо полноразмерная ручка газа, либо половинчатая, но здесь курок. И я почему-то думал всегда, что не люблю курки, но проехал, наверное, метров, да не знаю, 500-600 всего лишь. Честно говоря, нормально, даже уже начал привыкать к нему. О, наконец-то до Вадима доехал. Холодно на улице уже, конечно, не мая месяц. Здоровенько. Здорово. Че, велик купил? Это электро или горный? Электро, не похоже, да, так сразу? Да, он как горный выглядит, как обычный. Вадим, ну это, давай показывай, какую тачку ты себе купил. А ты угадай. Я думаю, знаешь, какую. Хотя, погодите, девушка, вы не торопитесь, снимите нас, пожалуйста. А то... Не, не фото, мы обзор снимаем, неудобно камеру держать. Спасибо. Я думаю, по-любому это малышка твоя. В точку угадал. Серьезно? Да нет, конечно, вот моя машина. Вот это гоночка? Нормально. Тачка реально у Вадика интересная. А что если мы прямо сейчас устроим небольшую гонку? Он на своем авто, а я на своем байке. Интересно? Поехали! Дисклеймер. Уберите от экранов особо впечатлительных личностей и людей с неустойчивой психикой. Сейчас я тебя пору. Стой, стой, я задумался. Давай еще раз. Давай. Не, понятное дело, что электровелосипед с движком 250 ватт никогда не обгонит машину. Но это мы так просто балуемся. Весело же. Итак, ну а сейчас у нас рубрика «Независимый эксперт». И в гостях у нас сегодня Виктория. Виктория, хоть раз катались на электровелосипеде? Не, не каталась. Отлично, будет честный тест-драйв. Поехали. Поехали. На старт, внимание. А что-то я вообще боюсь. Я вообще-то гонщик. Ой-ой-ой, мамочки. Я боюсь, как тормозить.
Я просто с горки качусь. Ой-ой-ой! Еще надо, нет? Давай я заворачиваю, вообще классно, сейчас заверну. Нет, подождите, не выходит, не могу! Что-то долго мы уже Викторию, походу, ждем. А, вот сообщение в Телеграм она отправила. Саша, тут был неровный асфальт, я маленько, но я сильно упала. Только не вставляй это видео, ладно? Ну что, пошли ее искать. Вика, ну как тебе? Я впервые прокатилась на электровелосипеде, было весело. Ну, как говорится, спасибо, что живая. Давай как-то более официально, мы все-таки обзор снимаем. Ладно. Максимальной скорости данного электровелосипеда мне хватило за глаза. Дорогу он держит отлично. Но то, что он так лежит, ну, я его положила, чтобы он не упал. Все, спасибо за тест-драйв. Итак, а теперь моя очередь тест-драйва. Это, конечно, тест-драйв на максимальную скорость. Как заявляет производитель, максималка здесь 25 км в час. И, честно говоря, для электровелосипеда с движком 250 Вт такой скорости вообще должно хватать за глаза, учитывая, что он городского типа. То есть, это не гонка, не надо на нем гонять какой-то, не знаю, космос, летать на ракете. И, тем не менее, с моим весом 90 кг, смотрим, я разогнался 32 км в час. Фух, ладно, пора остановиться и выдохнуть. И так уже слишком много воды налил в этом ролике. А давайте все-таки по существу. Что же из себя представляет данный электровелосипед? И внешка, и своим форм-фактором вообще этот электровелосипед напоминает горный велосипед. Прям да, вот такие, как и были в детстве. Прям тот же самый горник. И колеса 27,5 дюймов диаметром. А далее, по подвеске что-то у нас. Вилка у нас пружинит, функционирует. Кстати, довольно мягко она так пружинит. Сегодня я покатался по некоторым таким, скажем, труднопроходимым местам. Нормально себя она показала. Хоть и под сиденьем нет, а подседельного штыря с амортизатором довольно нормально. Было комфортно ехать. Но я, конечно, я смотрю по себе, убрал бы сиденье именно это спортивное, поставил бы что-то более большое. Не диван, конечно, но что-то такое нейтральное, чтобы было комфортно кататься на нем именно как на электровелосипеде. Но опять же, поскольку это реально уже такой, скажем, полноценный горник, он весом всего лишь 20 килограмм, и рама у него из алюминия, то есть он, да, действительно для электровелосипеда очень легкий. Плюс и аккумулятора не видно, потому что он аккуратно интегрирован в саму раму, и со стороны любой человек подумает, что это просто велосипед. Поэтому есть большая вероятность, что человеку не нужно будет здесь никакое большое сиденье, а он вполне будет кататься на этом спортивном сиденье, так как он будет использовать здесь педали, учитывая, что звездочки здесь есть и на заднем колесе, и посередине тоже. И скоростей здесь предостаточно, то есть не на каждом электровелосипеде такое есть. То есть реально горный велосипед, хоть и с движком. Тут даже есть освещение, учитывая, что этот велосипед довольно-таки бюджетный. Что по тормозам, тут дисковые механические тормоза, но в принципе для такого, так скажем, не тяжелого велосипеда их вполне себе даже хватает. Как я уже сказал, вес для электровелосипеда действительно небольшой. Но какая же у него максимальная нагрузка? А она 110 килограмм. Вадим, сколько вот ты весишь? С рюкзаком соточку. Вот нормально, сейчас мы проверим. Ты сядешь, только погоди, я отойду. Хоть велосипеды городского типа и подходят больше для катания по паркам и набережным, тем не менее, смотрите, по лесу прорывается даже по снежным тропам, тропинкам. Эппа! Хоп. Немножко заносит, но ничего. Если надо, проедет. Итак, а теперь небольшой тест-драйв прямо по чаще леса. В чем плюс, конечно, этого электровелосипеда? Да, то, что он легкий и на нем педали прям очень легко крутить. Ну, то есть, даже если, вот, например, движок здесь не будет вытягивать прям по сугробам, хотя если, хоп, стой, смотрим, я не кручу педали, все равно он едет и вытягивает. Но если крутить, то это, во-первых, легко именно ногам физически. И все, ты спокойненько качешься, наслаждаешься, так скажем, лесной поездочкой. Хотя велосипед вроде как и не для леса. Но, тем не менее, пожалуйста, еду. Фух, наконец-то я дома, потому что на улице сегодня очень холодно. Вот так. Беги! Ты! И поэтому в этом обзоре я не буду разряжать батарею. И так понятно, что 10-5 часов хватит для того, чтобы проехать примерно 30 километров. Ну, конечно, не в минусовую температуру. Что по итогу? Я покатался на этом велике и особо придраться-то не к чему. Учитывая, что по бюджету чуть дороже, чем вот эта вот дурацкая стиральная машинка. Почему дурацкая? Да потому что все мои новые футболки она стирает всегда с разводами. Нормальная машинка, не нравится, сам руками стирай. Короче, машинка нормальная, а велосипед вообще топ за свои деньги. Ну а более подробную инфу об этом велике вы можете глянуть в нашем сайте. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если вам зашло, обязательно черкните комментарий, нажмите на колокольчик, поставьте лайк. Ну и конечно, обязательно подписывайтесь на наш канал.
Ну и до скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Пока. Yo, I remember when I saw backspins on cardboard. It was hard to ignore.